У меня было и начало, и середина, и концовка, и было вообще все очень классно. И каждый этап был по-своему интересен и как бы сливался воедино, но при этом как бы оно все равно было у каждого свое, и это было очень классно. И по поводу женского коллектива хотел сказать, что как бы я работаю в основном в женском коллективе, лично у меня в группе, да, только мой руководитель, это мой, ну, этот мужчина. А так все в основном как бы девушки. Ну, есть еще два парня, но они в офисе в другом сидят, в Казани. Вот, и поэтому женские коллективы для меня, они всегда какие-то разные. Поэтому какой вот я привычно вижу свой женский коллектив, и здесь женский коллектив, это, ну, максимально разные вещи. Вот. И поэтому, ну, мне все очень понравилось, и просто вот в достатке, и в норме, и, короче, очень хорошо. Круто. Спасибо. Спасибо.